Я приветствую вас на канале ПС. 1 апреля – Всемирный день смеха, день юмора, день дурака. Как только не назовут этот неофициальный народный праздник. Но нет ничего серьезнее, друзья, чем погода на канале ПС. Так что со всей ответственностью и полной сосредоточенностью, отбросив легкомысленное первоапрельское настроение, я расскажу вам о погоде во вторник, 1 апреля. Фантазер. В праздник смеха можно все, шуткам предела нет. Другу спину разукрасил мелом в белый цвет. О погоде в Котласе, Архангельской области. 1 апреля в Котласе, утром ясно, минус 5. Днем при небольших осадках всего 0 градусов, ветер западный. Вечером ясно и минус 3. А вот прогноз погоды в Плесецке. Утром на небе солнце, ясно, минус 6. Днем при небольшом снеге минус 1, ветер северный. Вечером ясно и минус 9. И о погоде в областном центре. Архангельск, вторник, 1 апреля. Утром небольшой снег, температура воздуха минус 5, ветер западный. Днем опять же пасмурно, ну скажите, да шуток ли тут? 3 градуса мороза. Вечером морозец ударит покрепче. Температура опустится до минус 9. Небо ясное, вы как угодно можете относиться ко всемирной первоапрельской юморине. Но Юнис и прогноз погоды – это две вещи, которые вас точно не обманут. В подтверждение пару музыкальных фраз. The shadow of your smile when you will gone. The color of my dream and light the dawn. Увидимся с вами на телеканале ПС.